Доброе утро. Сегодня 26 апреля 2017 года. Я пошла в школу. Надеюсь, что пошла. Еще ничего не выбрала. Выбираю. Разборчивая сегодня такая. И у меня есть вот такой вот интересненький с отворотиками. Такой вот жакетик с вышивкой. Вот здесь вот я сейчас подойду поближе покажу. Она у меня такая вот с претензиями. И загнутые... Как называется? Обшлага? Забыл. То есть вот здесь вот не отворачивается. Здесь только намек на то, что есть у нас другой цвет. Но у меня есть башмачки вот такие. Без намека. Они у меня даже выше, там есть полоска. Я просто их под эти брючки под низ надела. Хотя иногда я брюки в них заправляю вниз, чтобы показать, что у меня тут вот такая полосочка тоже есть. Без намека. Вот они такие у нас красотуны. Невероятная какая-то красота. И вот такая вот тоже тут ягодка из бусинок. Украшение я нашла в цвет отворотов. Вот такую маленькую бижутерную подвесочку. У нас есть шикарный один к одному в тон дельфинчики. У нас есть вот такое колечко. Оно у нас... Из ракушечника, по-моему. Нет, оно у нас из коралла, из такого. И рядышком вот такое вот приличненькое. И на эту руку я надела... Вот забываю этот камень. Забываю, надо спросить, как он называется. В нем такие золотые полосочки натуральные. Красивое очень кольцо. Хотя девчонки мои его как-то не оценили. Так, помаду надо бы поменять. Помада у нас не та. Вот так мы ее сделаем. Помаду поменим из подарочных, которые нам Estée Lauder раздает в подарки. Вот ею и будем. И в цвет нашего наряда у нас сегодня вот такая вот прекрасная дама, которая послужит нам ароматом. Мы сегодня все с ней в один тон. Ой, хорошо как. Что, на другую руку брызгать, что ли? Что вы мне говорите? Не растирать. Вот так вот, что ли, брызгать? Учусь у вас. Спасибо, что учите. Спасибо, что посмотрели меня. С вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.